Волейбольная команда «Ветеран» вечером во вторник в Суходоле под крышей зала «Олимпиец» встречалась с лидером последних лет «Нефтяником». Это был матч четвертого тура чемпионата Сергиевского района. «Нефтяник» проводил свой третий поединок, и пока подопечные Андрея Поймушкина шли без потерь. «Ветеран» в одной встрече уступил, но в двух других сумел добиться победы. Неплохо начали «Ветераны» и отчетный матч, они уверенно смотрелись на блоки, да и комбинации проводили раз за разом такие, которые ставили в тупик блок соперника. Правда, заметно было, что волейболисты в желтой форме выглядят несколько холодными, и им необходимо было время для того, чтобы раскачаться. Так оно в итоге и вышло. В середине стартового сета «Нефтяник» уже перехватил инициативу и в итоге довел партию до победы 25-17. Сценарий партии под номером 2 отличался кардинально, но ее итог оказался схожим. «Нефтяник» решил не дожидаться удобного момента, а стартовал сразу с места в карьер. В один из моментов счет был 6-1 в пользу чемпиона. Естественно, помышлять в такой ситуации о чем-то положительном ветеранам было проблематично. Они старались догнать оппонента, но все, что смогли сделать, набрать 16 баллов. Сет номер 3 грозился стать заключительным в матче, но не стал. В концовке преимущество было у «Нефтяника», но оно вмиг улетучилось, когда игроки в желтых майках допустили ряд оплошностей. Да и волейболисты «Ветерана» действовали в этот момент чрезвычайно собрано. Они сравняли счет, а потом на больше-меньше дожали соперника 26-24. В четвертом сете окрыленные «Ветераны» действовали уверенно, но и «Нефтяник» демонстрировал свой лучший волейбол. Это и помогло команде завладеть преимуществом и не отпускать его до самого конца партии. 25-18 и 3-1 в матче. «Нефтяник» одерживает третью победу, но второй раз в сезоне, выигрывая в четырех сетах. У «Ветерана» после этого матча в копилке 50%. Две победы и два поражения. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».